Пора открывать инструкции, товарищ капитан. Замполит Путин? В вашей каюте. Хорошо. Отлично. Принять штурвал. Проходим 100-метровую ответку. Что ты делаешь? В мои обязанности входит наблюдение за поведением команды, товарищ капитан. В моей личной каюте? Товарищ капитан, в Союзе Советских Социалистических Республик ничего личного быть не может. Такое понятие противоречит общественному делу. И вот, иду, как тать, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою. И собрал он их вместе, называемом по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел выплеснул чашу свою в небеса, и голос тут же раздался: «Свершилось». Человек в вашем звании и положении читает о конце света? А это что такое? Я вестник смерти, разрушитель миров. Это древнеиндийский трактат, цитируемый американцем. Американцем? Он изобрел атомную бомбу, а его обвинили в том, что он коммунист. Вы отметили эти абзацы? Нет. Это книга моей жены. Она дорога мне как память. Простите, товарищ капитан, ваша жена была очень красивой, и умерла она преждевременно. А я лишь выполняю свою работу. Это мой долг. Сколько сотрудников КГБ на моей лодке? На вашей лодке, капитан? Да. Эта лодка принадлежит советским людям. А если здесь есть агенты КГБ или ГРУ, я узнаю об этом последним. Предлагаю ознакомиться с инструкциями, капитан. Конечно, товарищ замполит. Приказ командующего Краснознаменным Северным флотом. Выдвигаемся на север. Координаты 54-90. И встречаемся с подводной лодкой «Коновалов». Судно капитана Туполева. Вы знаете Туполева? Я знаю, что он потомок аристократов и что он был вашим учеником. А еще говорят, что он питает к вам особо нежные чувства. Он может питать чувства только к самому себе. Войдя с ним в контакт, мы проведем серию испытаний, во время которых Туполев будет наблюдать за нашей лодкой. После оценки ходовых качеств мы вернемся в Полярный 16 числа сего месяца. Капитан, это исторический момент для всех нас. И у меня есть одна просьба. Прежде чем вы продолжите, я знаю, это не по уставу, но позвольте мне зачитать инструкции перед командой. Тебе со мной